Шмидта. Там первоначально шла речь о том, что возможно будет круговое движение. В этом году оно будет, предполагается в проекте или нет? В этом году появится в городе Мелитополе два круговых движения. Одно появится на перекрестке улицы Ливаневского и Каховского шоссе. Второе появится на улице Шмидта и улице Ивана Алексеева. Приступим к этим работам уже в течение недели-двух к выполнению данных работ. Сначала первый объект, потом второй объект. Первым зайдет водоканал для того, чтобы заменить свои сети, часть коллектора, часть водоводов, которые попадают в тело дороги. После этого зайдут дорожники на выполнение данных работ. Тендерные процедуры с подрядными организациями уже проведены, поэтому мы готовы к выполнению работ. Сейчас, как только разберется со своими аварийными работами коммунальное предприятие «Водоканал», сразу же мы приступим к выполнению работ. Это будет клумба, просто засеянный газон, это да? Это будет красивое круговое движение по образу и подобию, как оно выполнено во многих городах европейских стран. Поэтому и я уверен, что это будет правильное логистическое решение для города Мелитополь. Инициировал начало данной работы Сергей Анатольевич Минько, который несколько раз акцентировал наше внимание о том, что должны появиться такие инфраструктурные объекты в городе Мелитополе. Поэтому сегодняшний день схемы утверждены, и мы приступим к выполнению. А есть уже визуализация? Да, есть визуализация. Виктория Дмитриевна сможет предоставить. Не дадите слово сказать.